Это уже мы рахот Песах, мы с вами прошли Кадеш Махас Карпас Яхас и Магид, дальше у нас Рохца. Это Дин и Тирад Ядаем на Ахира. Человек должен сделать, после того, как закончили мы читать Пасхальную Агаду, сказали благословение в конце Пасхальной Агады и выпили второй бокал, делаем на Тирад Ядаем по закону, как мы должны делать перед и трапезой, три раз на правую, три раз на левую, чтобы руки были чистые, чтобы не было на руках ни грязи, ни колец. И после этого говорит благословение Аль Натилат Ядаим. И следующая ступень это Моци Маца. Это что мы уже должны исполнить мицву по Торе в эту ночь кушать мацу. Говорит Алаха, мицва та сами натурали, холка заед маца балайла ришон, шел песах шенеймар, барба асар йом находиш ба эрев тоху мацот. Мицва по Торе, одна из 613 мицвот, в ночь на Песах кушать мацу, как написано в Торе, в ночь на 14 число месяца, вечером ешьте мацу. Царих лакавен кодем ахилат кадакаем мицва да сей шел ахилат маца, ше мицва царихот кавана, микол маком, и махал бистам, вело кивен ле ше мицва яца еде хова. Перед тем, как начать кушать мацу, человек должен подумать и настроиться, иметь кавана, что я исполняю мицву по Торе. Потому что для того, чтобы мицва считалась полноценной, чтобы наша мицва не была как всадник без головы, чтобы у него было тело, а нету головы, нужно сначала головой настроиться и подумать, что я сейчас буду исполнять мицву кушать мацу в эту ночь. Но если человек съел, ничего не подумав, мицву он исполнил. Миадахар, нетилят ядай миках это мацот кеседр шиинихам, дегайну хамаца апруса бенште амацот ашлемот веохазем, биядав иварех беркат амуци лехи минаарец, виишмот эту маца ашлишит миядав иварех ала хилат маца. ובוצא מן העליונה השלמה ומן הפרוסה כזית מכל אחד ומטבל במלך ויוכלם בהסיבה ביחד. Потом, что мы делаем после натирать ядаем, после того, как мы хорошенечко вытерли свои руки, высушили их, мы берем три мацы, которые у нас есть, среднюю, которая сломанная посередине, две целые вокруг, и говорим «Хамуци лехем мин гаарец». Потом третью мацу мы опускаем, и держа полторы мацы, в руках мы говорим «Аля хилат маца». После этого отламываем кусочек от каждой мацы по казайту для себя и начинаем кушать, облокотившись на левую сторону. Мы держим 2,5. На муци леха минарис нам нужно 2 целые мацы. На шаббат и на йомтов. Потом нижнюю мацу мы опускаем. Она будет у нас для мицвы корех, сэндвич, который мы сделаем. А на полторы мы говорим «Аля хилат маца». אם אינו יכול לאכול שתי משתי המצות ביחד, יאכל קודם את הכזית מן השלמה העליונה, ואחר כך יאכל כזית השני מן הפרוסה. Желательно два эти кусочка кушать вместе. Если человеку тяжело, тогда он должен поесть кзайт с верхней круглой мацы, с целой мацы, а потом со второй. כשמחלק מצה לכל מצובים, ייקח מן המצות הנמצאות מן הצד, ואינם חייבים לאכול דווקא מן המצות שהיו בקערה, ובפרט כשבני הבית מרובים, ואי אפשר בעניין אחר. כדי אמרז דיום מצות, сидящим за столом. Они не обязаны все кушать именно с той мацы, на которую я сказал благословение, потому что всем не хватит. Каждый должен покушать, как мы сказали, казает, если может, два. Поэтому по кусочку от этой мацы мы отламываем всем остальным, а остальные они потом едят из другой мацы, которая была должна быть готова. Шиур казает, еще умрим, шиу шлиш беца, еще умрим, шиу хаци беца. Вецарих, лахмир, кедада умрим, шиу хаци беца. ומי שאינו יכול לאכול כשני זיתים, כגון זקן או חולה, יאכל לאכול פחות שיעור כזית, בין מן השלמה ובין מן הפרוסה, וכן יכול לברד פירורים דקים כדי שיאכל ונקר, ומותר לאכול מצה שוריה, אף לכתחילה לכל אדם, ובפרט למי שמצטער באכילה מצה יבשה. סקולקה את הכזית ספור, את הטרצי יצא אל פלווין היצא, תויס את ה-18 גרם אלי 27 גרם, שווקטורי נית פרבלם אם הוא כושת מצו, פוס פקושת 30 גרם, 27 גרם, 30 גרם. Человек, которому тяжело, может поесть 20 грамм. Если он взвесил, даже Рабби Бенсион Башауль говорит, что маца казает это 20 грамм. И человек, которому тяжело есть, он может замочить. Не обязательно жевать сухую мацу, грызть сухую мацу. Ему имеет право замочить и съесть эту мацу так, как, чтобы ему было легче ее съесть. Раша леохолет казает, что маца мяд мяд, ульбат шелу ише ба ахила казает ютер мишур где ахилат перес. שהוא שבע דקות וחצי, וטוב להחמיר לעניין אכילת מצה שהיא מצווה מן התורה לאכול כזית בתוך 4 דקות. גברית הלכה, שטוב, כדם מעידים מצו, נינוך נתרפיצה, נינוך נסלישכם
растягивать, потому что у нас есть для каждой мицвы есть свое время и свой размер. Размер мацы это казает время, это время, где ахилат прас-перес, это от 4,5 до 7,5 минут. Поэтому человек, который может съесть эту мацу за 4,5 минуты, это лучше всего. Если нет, за 7 минут он съел мицву. Быстрее еще лучше? Исполнил. Быстрее можно. 4, да. То есть, я спорю, сколько это размер, 4,5 минуты, это лучше всего. На левом боку. На левом боку. А что? За минуту есть покушать попу? Окей, за минуту еще лучше. Если мясорубка хорошо работает. На левом боку все надо, правильно, Рабай? Все на левом боку. Все на левом боку. Мы сказали, что обязательно мы должны есть мацу, облокотившись налево. 5,3. Рабай, если квадратный, сколько шут? 5,40. Если квадратный, сколько шут у нас есть? А казайте, как можно за 4 минуты? Два. Да? Два казайте. Казайте, один казайте за 4 минуты. А. Если мы кушаем два, тогда уже это посчитается 8 или 15. Казайте за... Ладонь. Треть мацы, треть круглой мацы. Одна целая маца, но опять на пасхальный вечер нежелательно использовать машинную мацу, использовать нужно ручную мацу. Им лоха себе бахила казайте маца, 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 Ивсик бедибур бентайм. Человек должен кушать мацу, облокотившись на левую сторону. Если съел, не облокотившись, должен снова кушать казайт, облокотившись на левую сторону. Это относится именно к казайту от хамуцеля хеминарат и альхилат маца. Асулев. Так. Вы сказали облокочение, Робинзон Абишур говорит 45 градусов, но в принципе человек должен на что-то опереться. На стенку, на спинку, на стол, на соседа. Но чтобы в воздухе он не висел. Именно если бы ахилат асуле холд варма ахала хер бияхад им казает мацак дешело яво двар хршуд вибател это митцва у микормаком им тибел это мацак бемарак яца это хова. Человек с этой мацой не имеет права ничего другого кушать. Хумус, тхини и так далее. Но если все-таки он опустил эту мацу в суп и таким образом съел, митцву он испортил. וזכינו חולה, מותר לו לבטל את המצה במרק עוד או בתבשיל, ובלבד שלא יהיה המרק או התבשיל חם שהיה צולדת בו. במקום הצורך אין להחמיר גם כשהיה צולדת בו. צ'ק תורס טארה, הוא נמונת זובוב, אם הוא תשלו קושץ. תו און איזנצ'ל נימד פראבה זמצית עקונות את המצו פסוק, פריאוסלובי שלו את הצוק נידור שום ביץ גרעשי, שתו במצה ניפאוצ'ילס סבריונה. וסיפה דרגום אותו שנימור שנימון רשאי. זמן אכילת מצה ומרור בלפסח לכתחילה עד חצות הלילה ואם נתעכב עד אחר חצות הלילה יאכל מצה ומרור בלי ברכת על אכילת מצה ברכת על אכילת מרור ואם עבר כל הלילה אין לו תשלומים ורמיה קושת מצו מדרני פקושתיות דו פלונצ'י צ'קטורי נאוספיל דו פלונצ'י что-то случилось, нужно ему было кого-то спасти или что-то сделать он пришел домой 5 минут до полуночи он не успеет это все сделать кушает мацу и марор даже после полуночи, но уже аляхилат маца и аляхилат марор не говорит. Хамусиле хеминарец говорит, аляхилат марор, аляхилат маца не говорит. Эн адам йоцей де хова бе маца гзула у маца ха асура ба ахила, кигон маца шел тевель, шело ифришу мимена турмот масрот, о маца шело ифриш халами и сата. Человек не исполняет мицву с неправильной мацой. Как может быть правильная маца? Маца, которую он своровал. Или маца, от которой не отделили халу. Или маца, от которой не отделили трумот масрот. О маца, шело и фришу хала. Ветов лахмер лешалем ле мухер дыме ха мацот кодем лейла Песах, аха авал. Микар один, эн хию лешалем кодем лейла Песах, ваяхо лифро, аха реха. Поэтому человек, который пришел в магазин, попросил, запишите мне, пожалуйста, пусть запишет мясо, пусть запишет все остальные вещи, но за мацу пусть постарается заплатить до Песаха. Сегодня, здесь это у нас не принято, но в Израиле, к сожалению, есть очень много бедных семей, которые не могут сразу расплатиться, поэтому они берут эти вещи в рассрочку. И всем большая благодарность, что мы Барух Ашем помогли. Если еще кто-то есть, сегодня последний шанс, чтобы можно было им еще отправить деньги, чтобы они, Бедрат Ашем, имели достаток на Песах. Если из-за этого лавсик бедибур безман шем мареха муци ва ала хилат маца от сиума курев, митне шехи, שהן פותרות את מצב ומרור שאוכל בקורא. כך מסמם יגברי לי. פוסוק מסקדה למוצי לחם מן ארץ היא על אכילת מצה, כשלבק פדושן פסטרצה נרס גברבץ פקן נסיע סנדוויץ'. זאת אומרת, פתאום הוא יתקוש לישון מרור, היא תולכה פתאום סנדוויץ'. פתאום שאתה על אכילת מצה פקרבה את אימצו כתור מבואים קושת נסנדוויץ' סחסה סלטה.
Последняя аллаха говорит так, има варви дибера филубит варим ше эна миньян акелят амаца, ва филу кодом ши сейм акелят аказает маца, эно худу маморех, а валим спик ви дибур шело миньян амаца, мияд ахар бикат амуцы, ва ала келят маца, кодом шит ам худу маморех. Человек все-таки заговорил или поговорил после того, как он сказал благословение, даже то, что не связано с мацой, не должен снова благословлять. Но если он сказал амуцы лехи минарец и ала келят маца, и зашла его теща, или еще кто-то, кому он не мог не ответить. И он ответил, здравствуйте, как ваши дела? Отрезал свое благословение, должен говорить благословение снова. Но в любом случае, как если после того благословения сказал уже, и сказал благословение, и начал кушать, попробовал вкус мацы, потом заговорил, повторять благословение не должен, продолжает кушать без благословения. Всем хакашев басамях, варуха дуналя улам, амин, амин.